Понедельник в американском штате Айова скончалась самая старая жительница планеты – 115-летняя Дина Манфредини. Теперь самым пожилым человеком официально становится японец Дзереймон Кимура. До этого он был самым старым мужчиной в мире. Он младше Манфредини всего на 15 дней. Ему было 6 лет, когда братья Райт совершили полет на первом в мире самолете, и уже 64, когда Юрий Гагарин полетел в космос. А вот когда в мире появился интернет, Кимуре было уже целых 93. Он третий в списке когда-либо зарегистрированных самых пожилых людей. Японский долгожитель живет в Киото со своей семьей. Отмечая свой 115-й день рождения в апреле этого года, Кимура поделился секретом своего долголетия. «Не знаю точно. Может быть, это все благодаря солнышку над моей головой. Я часто смотрю в небеса. Так и живу». Кроме того, Кимура считает важным держать в тонусе свой разум. В этом году он стал изучать английский язык. У Кимуры 5 детей, 14 внуков, 25 правнуков и 13 праправнуков. Впрочем, Дзереймон Кимура самый старый человек планеты, только по официальным данным. Говорят, в некоторых регионах мира есть люди и старше. Просто о них никто не знает. Александр Надеждин, Новая Одесса.